В конце апреля в павильоне номер 2 на ВВЦ открылся Московский дом бабочек. В России это первая и единственная открытая экспозиция живых крылатых насекомых. В природе эти бабочки живут в среднем неделю-полторы. Здесь же в условиях неволи они могут жить и дольше. Здесь нет опасных хищников и не происходит природных катаклизмов. Но вместо этого есть энтомологически неграмотные посетители, которые норовят потрогать бабочек за крылья или подручными средствами заставить их полетать. Одно дело, когда это дети, которые там несмышленные и не знают, что бабочки это хрупкие создания и что их нельзя хватать за крылья. Но даже некоторые взрослые, к сожалению, тоже пытались проверить, живая эта бабочка, не живая, и таким образом тоже травмировали этих хрупких насекомых. Основной ареал обитания этих бабочек – тропические страны Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. Выращиваются они в специальной оранжерее в Краснодарском крае и приезжают сюда уже в коробках. Специально для бабочек в павильоне воссозданы природные условия тропического леса. Здесь постоянно поддерживается влажность 80% и температура от 25 до 30 градусов. Кормят бабочек сахарным сиропом и фруктами. Всего здесь около 300-400 бабочек 50 разных видов. Например, вот эта зеленая красавица называется Papilio palinurus. Чем уникальна эта бабочка? Тем, что вот если мы видим здесь зеленые полоски, на самом деле это не окраска этой бабочки, это сложная структура крыла, которая состоит из микроскопических колодцев, стенки которых окрашены голубым цветом, дно желтым. При взмахе крыльев вверх эти полоски кажутся голубыми. Когда она опускает крылья вниз, эти полоски кажутся зелеными. Вот эта вот технология используется, применяется для защиты долларов. Многие посетители попадают в дом бабочек совершенно случайно и очень жалеют, что не захватили с собой фотоаппарат. Такую красоту хочется сохранить не только в памяти, но и на пленке. Да и простор для деятельности фотографа здесь огромный. Но самое сложное – это поймать удачный кадр в момент перелета бабочки с цветка на цветок. Полете одно получилось, но пришлось довольно-таки долго за ней следить, потому что в кадр мне не очень охотно попадает. Сами бабочки чувствуют себя здесь весьма вольготно. Они летают между фонтанами и тропическими зарослями, иногда садясь на посетителей. Как я ни старалась приманить какую-нибудь красавицу себе на руку, у меня ничего не вышло. А вот нашему оператору повезло больше. Прямо в разгар съемочного процесса бабочка села ему на голову. Самое главное в такой ситуации не делать резких движений, чтобы не спугнуть легкомысленное насекомое и не повредить хрупкие крылышки. Чувствуешь себя очень таким чем-то большим и неуклюжим, и это маленькое хрупкое существо, которое от одного твоего движения может, там, не знаю, пораниться. Очень сильно себя ощущаешь. Век бабочки недолг, но экспозиция на ВВЦ будет постоянной. В оранжерейных джунглях всегда будут порхать около 1500 тропических бабочек. А если вы придете сюда несколько раз, то у вас будет возможность увидеть разные виды этих крылатых насекомых. Мне на руку села бабочка, она очень красивая. Она такая яркая. Здесь очень хорошо, и все бабочки тоже очень красивые. Мария Бодрягина, Юрий Ломатов, телекомпания ТВЕ.